Вы смотрите топ-10 ФОМБЭТ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой «Супер». Седьмой выпуск. Поехали! Открывает нашу подборку нападающий Иркута Тарик Брунчевич, который пользуется хаосом в защите Югры и жестко колотит сверху двумя руками. На 9-м месте еще один шикарный эпизод матча Югра-Иркут, только на этот раз в исполнении хозяев паркета. Сергей Токарев пасует на Никиту Баринова, и тот радует болельщиков мощным данком. На 8-м месте великолепная контратака Тамбова с эффектным завершением от Никиты Иванова. Войтюк выводит его на свободное кольцо, и Никита вколачивает сверху. 7-е место. Михаил Богданович не может, Андрей Десятников поможет. Отличный путбэк данк от центрового «Динамо». На 6-м месте красота от фан-команды «Зенита». Александр Литина находит Артема Антипова, и тот взлетает над Александром Винником и вколачивает сверху. 5-е место. Момент такой же яркий, как вечеринка в стиле диско. Зацените, что творит Дмитрий Макеев против Новосибирска. Офигенная втычка в прохоре от защитника ревдинского темпа. 4-е место. Может быть, встреча двух столичных фарм-клубов и была лишена интриги, но не была лишена зрелищных моментов. Никита Мажоровский обкрадывает Илью Ермакова, убегает в отрыв и вколачивает сверху свалом. 3-е место. Михаил Богданович делает свой любимый бэкдор, но Юрий Першин мгновенно реагирует и дает ему отпор. Потрясающий блокшот защитника Химок. 2-е место. Посмотрите, каким великолепным образом «Динамо» набирает свои первые очки в матче против Химок. Евгений Карпека на опыте разбирается с Даниилом Зиборовым и отправляет мяч в корзину. Ну и наконец 1-е место. Игроки Темпсумс разыгрывают двойку, и Александр Семенюк сотрясает баскетбольную стойку. Сумасшедший постер через Алана Макиева. На этом все. Следи за ФОМБЭТ чемпионатом России Суперлиги на RussiaBasket.ru и люби эту игру.